Праздновать 105-летие Котласа будем два дня – 11 и 12 июня. Организаторы праздника решили напомнить горожанам и гостям города о его славной истории. Учитывая, что городу Котласу 105 лет, этот год у нас проходит под маркой столетия СССР, столетия пионерской организации, 105 лет города Котласа. И учитывая, что пик промышленного развития города Котласа, он все-таки связан именно с советским периодом. И мы решили сделать такую машину времени, вернуть нас всех в прошлое. Часть Котласа, та, которая раньше была его центром, улицы Маяковского, Луначарского, Конституции, 11 июня превратятся в разные годы Советского Союза с центральной площадкой УЖД интерната. Посетители увидят представителей различных неформальных течений, от стиляг до хиппи. Смогут потанцевать на знаменитой сковородке, спеть под фонограмму и даже посетить советскую парикмахерскую, где любому желающему соорудят и челку Карлсон, и начес, и подобие химии. Выставки исторических предметов, фотозоны, музыка различных эпох. Организаторы обещают полное погружение. В городском парке в полном масштабе будет представлено русское народное творчество, концертная программа, выставки умельцев. Там же пройдет театральный фестиваль. В Котлас съедутся коллективы из разных городов. Вечером 11 июня состоится большой концерт на сцене городского парка в программе выступления местных артистов. Первая половина дня 12 июня будет посвящена спортивным праздничным мероприятиям, а большой заключительный концерт с участием танцевальных коллективов и приезжих звезд эстрады пройдет вечером на площади перед торговым центром столицы.